Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию внизу под этим видео. А сейчас узнайте, ждать ли вам вообще перемен. Ну, по большому счету, все тихо, спокойно. Может быть только улучшение любых взаимоотношений, в том числе в семье, в доме, с вашими родными, близкими, друзьями, знакомыми. А еще я вижу появление какого-то мужчины из прошлого. Либо это ваш родственник, это мужчина темненький, у которого темные волосы и темные глаза. А вот, ну, или же это мужчина, с которым вы ранее были знакомы, возможно, был какой-то небольшой роман, расстались, да, вот. И вот он сейчас появится, причем, что интересно, с серьезными намерениями. А вот, как таковых перемен не будет. Тут все карты стабильные, то есть стабильная ситуация. Но я вижу появление мужчины из прошлого и вполне возможно начало с ним взаимоотношений, причем на сей раз очень серьезных. Ну, он и настроен очень серьезно сейчас как раз в отношении вас. Ну, а для кого-то еще может быть решаться какие-то семейные вопросы. По недвижимости вопросы могут здесь решиться. Ну, и любые другие вопросы взаимоотношений, скажем, в семье. Только и семья имеется в виду в большом смысле этого слова, то есть все ваши родные и близкие люди.